Точка возврата. Варю Караулову, московскую девочку-отличницу, решившую уйти к террористам ИГИЛ, поймали на турецко-сирийской границе. Вместе с ней еще 13 граждан России, в основном женщин и детей. Они все вместе отправлялись к джихадистам. Поймали их, скорее всего, потому, что папа Вари поднял шум на весь мир. Ее искали спецслужбы 6 стран. А так ушли бы в Черную Орду. Варю сейчас готовят к депортации, но лишь потому, что не смогла объяснить, зачем оказалась на территории Турции. Ведь никаких законов она нарушить не успела. Не останови ее отец, ушла бы. Вероятно, уверяют и эксперты по борьбе с терроризмом, и адвокат семьи, ее поймали в сети, тащили в пустыню, чтобы превратить в вербовщицу. Европейская внешность, несколько языков, высокий уровень интеллекта, тайский бокс. Причем до увлечения радикальным исламом, как пишет ее одногруппники в соцсетях, Варю считали националисткой крайне правого толка. И вдруг длинные рукава, а на улице хиджаб, намаз, все по канону, все как в кино, только это в реальности. Сегодня спецслужбы уверяют, в России и Европе создана целая система вербовки подростков в ИГИЛ. Ловят везде, в сети, в барах, на дискотеках, в институтах, обещают разное. Любовь до гроба с арабским красавцем, рай после смерти, справедливое будущее в случае победы джихадистов. Кому что ближе, и от попадания в эту сеть не гарантирован никто. Уязвимая точка есть у любого, особенно если есть обычное для подростков чувство одиночества и непонятости. А потом переправ пустыня, лагеря боевиков. Мой коллега Антон Степаненко вернулся из Сирии, который уже четвертый год воюет с ордами радикалов, привезенных со всего мира. И исход этого противостояния может быть крайне печальным. И не только для самой Сирии. Она отталкивает сына, чтобы его лицо не попало в объектив. Он единственный из семьи, кого Жихан, так ее зовут, смогла спасти. Мужа и брата казнили боевики Исламского государства, когда ворвались в Пальмиру. Брату отрезали голову на моих глазах. Обвинили, будто он сотрудничал с властями. Он был просто электрик, работал в мэрии. Его голову пинали, будто футбольный мяч, и смеялись. От города Хомс до Пальмиры 160 километров. Дорога ровная, как стрела. Слева и справа сирийская пустыня. Попутных машин мало, в основном военные. Едут на передовую. Навстречу изредка попадаются гражданские. Из опустевших поселков прифронтовой полосы вывозят с карт последние жители. В Хомс спешат попасть засветло. Трасса ведь стратегическая, поэтому нападают на нее часто. По обочинам дороги в песок зарылись заставы сирийской армии. Нашу машину от заставы до заставы провожает пикап с пулеметом. Вроде как прикроет огнем и даст уйти, если будет нападение. Тем более незадолго патруль перехватил машину с боевиками. В плен их не взяли. Это передовые части сирийской армии под Пальмирой. За этим бруствером нейтральная полоса и позиции боевиков меньше, чем в километре. До самого города километров 6-7. Линия фронта, да и то приблизительная, только здесь, около трассы. Укрытие на укрытие. Днем стороны лишь следят друг за другом. Воевать в 43 градуса жарковато. Активизируются на закате рейды, засады, нападения. Днем лишь беспокоящий огонь на движение, как, например, сейчас. На той стороне заметили боевиков рядом с сооружением, которого накануне еще не было. Семеро погибли у них вчера. Вот куда-то ползти и подняли противотанковые устройства. Пытались туда его замаскировать, чтобы танк наш достать. Мы их обработали, семеро. Трупы не забрали оттуда еще. У большого дома забрали трупы. Дальше в пустыне ничего подобного нет. Действуют лишь маневренные отряды. Отступив из Пальмиры, войскам удалось стабилизировать фронт. И теперь война здесь позиционная. Генерал Малет командует Пальмирским фронтом. На штабной карте пока преобладают обозначения синего цвета, формирование ИГИЛ. Красных сирийской армии заметно меньше, но это временно, уверяет генерал. Боевики пытались развить успех, но мы их остановили. Теперь накапливаем силы для контратаки, чтобы взять Пальмиру в полукольцо и освободить на юго-западной окраине стратегический перекресток двух дорог на Хомс и на Дамаск. Осада города обещает быть долгой. У сирийской армии связаны руки. Бить из тяжелой артиллерии по позициям боевиков означает повредить памятники древнеримской архитектуры. Храмы, театр, фрагменты дворцов и колоннад, которыми Пальмира и прославилась. Кроме того, в городе еще остаются жители, не сумевшие убежать. У доктора Хатиба там родня. И хотя мобильная связь не действует, новости доходят. В течение 10 дней я должен вернуться в Пальмиру, чтобы судить меня за мои мести, за мои высказывания, за мои вот поддержка. И, во-вторых, что у меня жена русская. Если бы вы остались, что с вами? Наверное, голову отрезали.
Как и многим врачам и медсестрам клиники, в которой он работал, только за то, что они лечили раненых солдат. Их убили, казнили на улице и оставили. Женщины на 4 дня, а мужчины 7 дней нельзя похоронить их. Закон хуже, чем у животных. В списках разыскиваемых ИГИЛ сторонников властей только в Пальмире 1200 фамилий. Нашли и казнили больше 500. Этих людей боевики убивают только потому, что они из бедуинского племени шайтан. Как мусульманам-суннитам им предлагали воевать за исламское государство, они отказались. Вот их теперь и вырезают. В ответ племя шайтан объявило ИГИЛ свою войну. Кровь за кровь. И ровно теми же методами, которые не принято показывать по ТВ. Они убивают всех мужчин нашего племени от 15 до 60 лет, поголовно, а ради забавы и женщин, и даже вот таких детей. По нашим данным, от их рук погибло до 5000 человек. Племя бежало из города Дер-эз-Зор в Пальмиру. Боевики шли дальше, и племя теперь бежит из Пальмиры в Хомс. Эта трасса связывает Пальмиру с ближайшим крупным городом Сирии Хомс. И по этой трассе люди пытались убежать от боевиков, но трасса оказалась заминирована, и машины приходилось бросать вот так, прямо на обочинах. Уходили от войны люди через пустыню. Десятки километров, несколько дней. Захват Пальмиры получился громким. Город известен всему миру, но на самом деле он просто оказался на пути. В 8 километрах от него нефтяное месторождение Хаян. Не самое крупное в Сирии, но прибыльное. Поэтому для экономики квазиобразования исламское государство лакомое. Оружие ведь ему удается закупать в обмен на контрабандный нефть и газ. А газа здесь немало. Чуть дальше от Пальмиры в сторону Хомса газовое месторождение Шайер. Огромное, целых 108 скважин. Суммарная добыча всех скважин – 1 000 000 кубометров газа в день. Это месторождение дает треть сирийского газа. Его потеря станет не просто военным поражением, это будет мощнейший удар по экономике всей страны. К нему боевики рвутся давно, захватить смогли лишь 2 скважины. И все. Вокруг месторождения целый укрепрайон. Система постов и застав с пехотой и техникой. Спрятано и укрыто столько, что вы просто не представляете. А еще наши дозоры и разведгруппы, которые работают у боевиков в тылу. Им здесь очень неспокойно. Армия зацепилась крепко, под прикрытием авиации, артиллерии и градов. Снарядов здесь не жалеют. Огонь открывают даже при намеке на активность. Сирийской армии удалось расширить буферную зону вокруг газового месторождения Шайер в провинции Хомс. С одной стороны, это обезопасило оборудование, но с другой позволило боевикам обстреливать позиции армии из минометов и артиллерии, не боясь повредить газодобывающие станции, за контроль над которыми они, собственно, здесь и воюют. Это прилетел ответ боевиков. Не точно. На фоне ухудшающейся ситуации в стране Иран, считающийся союзником, свою поддержку и контакты с Дамаском не афиширует, а Москва, наоборот, не скрывает. Делегация Федерального собрания при участии Боевого братства и Комитета солидарности с народом Сирии привезла гуманитарную помощь. Передавали ее адресно в православные общины и школы-интернат для детей погибших сирийских военных. Кроме продуктов и медикаментов, путевки в подмосковный лагерь отдыха. Дети побывают там, где учились их отцы. Из Сирии на Россию по традиции смотрят с надеждой и большой симпатией. Проверено временем. Антон Степаненко, Артем Григорян, Виталий Зайцев, Первый канал. Сирия.